поселениях и дачных кооперативах Сургутского района появятся добровольные пожарные дружинники. Об этом в том числе сегодня шла речь на заседании, посвященном противопожарной защите населенных пунктов и лесов. В нем принимали участие чиновники, спасатели и представители поселений и сонтов. По словам огнеборцев, защита своего жилья и имущества от огня – дело общее. И важно быть наготове всем, а не каждому по отдельности. В ближайшее время будут собраны списки желающих взять на себя обязанности так называемого старшего по пожарной безопасности в своем поселении или кооперативе добровольца, который может собрать свой отряд волонтеров. Обучение и, возможно, страхование жизни им готовы обеспечить муниципальные органы власти. Нам нужен кто-то, кто сможет управлять людьми до прибытия пожарных подразделений. Именно эту работу и предполагается возложить на так называемых дружинников. Да? То есть какие-то инициативные группы, старосты, если рассматриваем населенный пункт, сельских поселений. То есть, когда этому человеку, да, старшему, сообщают, что вот на территории кооператива или поселения загорелась трава, он должен собрать свою дружину и еще позвать всех, скажем так, неравнодушных.